Так, вы сказали, что у вас еще есть. Да, еще один вопрос. Вот вчера российские СМИ, телеграм-каналы дали информацию о том, что выясняется, Азербайджан готовит, ну, поставляет Украине снаряды, азербайджанская компания для ВСУ. И вот хочется узнать вот вашу позицию по поводу вот уже не первого случая, когда выясняется, что вот в военной сфере Азербайджан и Украина... Вы можете прям... Вот прошу вас, даже не разрешаю, это было бы как-то высокомерно, неправильно. Я вас прям прошу, вы в следующий раз, как увидите подобные, неважно, подтвержденные или неподтвержденные данные про любую другую страну, которая готовит снаряды для киевского режима, вы сразу можете говорить, что Россия крайне негативно, отрицательно, с возмущением и дальше все возможные эпитеты относятся к любым проявлениям поддержки террористического киевского режима. Это относится ко всем странам, какими бы эти страны ни были, что бы нас с ними ни связывало. Из этих снарядов убивают наших граждан, мирных граждан, детей, женщин, стариков. Кто бы их ни производил, когда бы их ни производили, на чьи бы деньги их ни производили, у нас неизменная позиция. Меня здесь, вы понимаете, у меня никаких нет вариантов на то, чтобы ответить по-другому. И поэтому сразу, всегда можете меня цитировать в этом смысле. Так.